после московского снега. Юка цветет, Сереж, видишь? А розы какие красивые. И юка. Вот такая красота тут. Пойдем. О, тут уже Новый год. Хотя в Москве не бродила, не смотрела, не знаю. Смотри, Сереж, в прошлом году не было. Это новое украшение к Новому году. Вокзал. И белый мишка. Такие красавицы юбки. Смотрите. Красота. Вот такая. Вот такая прелесть здесь уже. Ну а мы идем к морю. К морю, к морю, к морю. Первым делом. Чемоданы не распаковали. Бросили в номере и пошли к морю. Посмотрим, на месте ли оно и как себя ведет.
пустынно. Гуляем практически одни. Кое-кто сидит, дышит морем. А мы пока наслаждаемся. Все тут закрыто, я так понимаю, до лета, до следующего сезона. А мы приехали, и вот так нам хорошо. Вся набережная для нас, для двоих, да, Сереж? И солнце тоже одно на двоих, и волны вон какие. Сейчас вон оттуда посмотрю. Сережа мало прогулки, он еще зарядку делает. Глядите, пан спортсмен. Ой. Пойдем. Вот такие грифоны здесь. Собаки баскервилли. Вот это да. Кафешки пока работают. Вот.
ничего. В прошлом году не видели эту красавицу. Может быть, она у них новенькая. Гостиница «Прибой». И вот такой фонтан здесь. Красота. О, смотри. Как уж это называется? Банан. Да. Это цветок, не плодик. Вот, цветок банана. Угу. Да, бананчики вот. Это трава. Парк. Сегодня мы мимо парка пойдем. А что-то мимо нечего смотреть. Нечего смотреть. Не, мы просто пойдем вот так и все, чтобы в парке еще побываем. Народу мало, практически нет, но тем не менее меня узнают на улице. Одинокие прохожие тебя узнают. Да, ну вот интересно так. Первый день, только что приехали, гуляем по набережной, и ко мне подходит женщина. Говорит, здрасте, я ваша подписчица, благодаря вам второй раз. В Лазаревском. Она из Сербии приехала второй раз отдыхать. И Аня ее зовут. Анечка, если смотрите, привет еще раз. Вот так что говорит она, когда приехала. Сразу после меня, да. И вот сейчас она приехала на зиму. Вот тоже. Бананчики. Но не видно цветов. Вроде бы не видно. Улица Павлова, это мы идем. По улице Павла. Вот. Магнолия. Весной будет цвести. Зашли в аптеку, накупили всего, что нам нужно. Полезного. Мы никогда с собой не возим такие вещи. Всегда покупаем на месте. Шампунь, пасты зубные, спонжики, ну еще что-то. Короче, средства гигиены. Да, и светильники. Всего доброго. А мы пополам пробудем. Сейчас покажу, какая аптека. У нас скидочная карта с прошлой зимовки осталась. Вот так называется аптека. Апрель. В Москве они тоже есть, но далековато от нас. Мы не пользовались. Но скидки большие у них, хорошие, да, Сереж? Собачка греется на солнце. Хочу вам показать. Смотрите, прошлой зимой показывала только пальму удивительную. А оказывается, за пальмой, сама еще не знаю, по-моему, мандарины это. Глядите. Или хурма. Нет, это, скорее всего, хурма. А может, мандарины. Ну, в общем, кто знает по листьям, скажите. Ой, вот это урожай. Похоже, хурма. Вот такая. Вот такая красота. Ну все, мы уже и к морю сходили. Полюбовались морем, надышались. И поели, и пришли, разобрали чемоданы. И теперь вот с этой стороны любуемся морем. Вон там. Видите, это рядом совсем. Даже 10 минут не надо идти. Вот море. Так. А с этой стороны горы. Вот. Горы.